Уже неделю длится новый учебный год. Впервые за долгое время школы города и области открыли свои двери для учеников. Как известно, в самый разгар пандемии в прошлом году всем учебным заведениям пришлось адаптироваться к новым реалиям и вести обучение в дистанционном формате. Однако в этом году все по мере возможности вернулось в прежнее русло, что с радостью отмечают и педагоги. Об одном учебном дне школы номер 64 расскажем в следующем материале выпуска. Средняя школа номер 64 имени Узакбая Кулымбетова рассчитана на 600 мест. Однако на сегодняшний день в ней обучается 1800 детей и подростков. Несмотря на переполненность, в трехсменной школе царят порядок и чистота. Никакого столпотворения в коридорах не наблюдается. Более того, тут действуют строгие санитарные требования. Проводится кварцевание согласно графика и постоянно проводится влажная уборка и очищающими средствами. То есть в этом плане никаких опасений со стороны родителей у нас быть не должно. В учебное заведение посторонних людей не пропускают, а те, кто пришли по конкретным вопросам, зайти могут лишь по приложению Ашах и только по безопасному зеленому коду. Проверим. Проходите. Такой распорядок полностью устраивает как родителей, так и учителей. В опасный для всех период важно знать, что твой ребенок находится в безопасности. Тем более, отучившись почти год в режиме онлайн, дети наконец-то вернулись в родные стены школы. Конечно, в этом году уже намного получается легче работать с детьми, потому что мы в контакте с ними постоянно, видим их перед собой, можем опросить в любое время, можем проконтролировать, как они выполняют задания. А в прошлом году такого вот не было. Было в прошлом году очень сложно. Температурный режим используется, детям измеряется температура обязательно. Каждый день дети посещают 100%. Болеющих детей нету. К правилам привыкли и сами ребята. Менять маску, мыть руки и использовать антисептик стало само собой разумеющимся. Но без этого, к сожалению, сейчас никак нельзя. Динара Абдуалиева, Жанадель Сагеев, телеканал Актобе.